Контент поехал. Всем привет, уважаемые подписчики, новые зрители, здравствуйте. Вы на канале Adai Games. Ну что ж, у нас вторая серия Hogwarts Наследие. Поехали. Да, напоминаю, что это трансляция, записанная заранее для моего отпуска. Чтобы я, так сказать, вам во время своего отпуска не давал скучать. Буду выкладывать эти трансляции по очереди, может быть, каждый день. Буду с вами их вместе смотреть. То есть, ну, это не совсем прямой эфир. То есть, пообщаться я с вами не смогу голосом. Но я буду с вами в чатике. Будем обсуждать прохождение это вместе. Ну что ж, поехали. Adai Games. Загружаемся. Да, мы закончили на том, что мы как раз прибыли в академию, там нас поступили мы в Гриффиндор, нас выбрал шляпа. Походили тут по гостиной, познакомились тут со всеми. Я уже, конечно, не помню, как всех этих зовут людей, потому что прошла, наверное, неделя с момента записи последнего, так сказать, эпизода первого и крайнего на данный момент. Накурить, что ли? А, нет. Ой, что-то я заглючил. А я ничего не делаю, господи. Так, нам надо встретиться с профессором Уизли возле гостиной. Окей, пошли. Окей, пошли. Доброе утро. Надеюсь, вы готовы к первому дню. Я давно мечтаю об этом. Нет, даже не верится, что я наконец-то здесь. Ну все же вы здесь. Так что ловите момент. Первый день в Хогвартсе бывает только один раз. Ваша ситуация уникальна, ведь вы поступите сразу на пятый курс школы. Придется догонять ваших сверстников в учебе. Тем более, что в конце года вам придется сдавать СОВ. СОВ? Каких СОВ? СОВ, экзамены по стандартам обучения волшебству. Результат определяет, в какой сфере вы можете работать по окончании школы. Мы долго говорили с директором департамента магического образования Министерства магии и придумали нечто весьма необычное, чтобы помочь вам успешно справиться с учебой. О, Талмуд. Держите. Ба-ба, ух. Нормально. Детская, не детская, а эта игра мне пока что нравится. Это руководство для волшебников. Оно будет следить за вашим успехом в учебе, чтобы вы освоили все, что требуется на пятом курсе. Это крайне полезное пособие. Советую им не пренебрегать. О! Нормально спрятал под мышкой. Спасибо, профессор. Но что значит «будете следить за моим успехами в учебе»? Возможно, будет разумнее сразу показать вам, как это будет происходить. Идемте, опробуем его на практике. Оп. В руководстве вы найдете подсказки, которые помогут вам освоить некоторые заклинания и узнать больше о волшебном мире. Во времена моей учебы такое руководство пришлось бы очень кстати. Благодаря руководству вы научитесь внимательнее относиться к окружающей обстановке. Продолжайте в том же духе. О, похоже, в руководстве есть для вас информация о картине с несчастьем Баруффио. Давайте же посмотрим, что там о нем говорится. Просто используйте Ревеллио. А я его только что юзал, да? Его бык жопой задавил. Ну давай, Ревеллио. Собрать. Портрет Баруффио, страница руководства. На этом портрете изображен волшебник Баруффио, прославившийся своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить наше заклинание. Однажды он произнес S вместо F,
И в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Так, прогресс будет отображаться здесь. Окей. А, это типа прокачка, да? Выполнение испытаний из руководства — это единственный способ заработать очки опыта XP. Ну давай откроем руководство. Так, это ваш уровень волшебства. Опыт, полученный в результате прохождения испытаний, повышает ваш уровень и силу. Испытание. Ваше руководство следует текущий прогресс прохождения испытаний. Выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Ага, ну это общее меню. Тут таланты, инвентарь, снаряжение. Карта, задачи, совиная почта. Окей. Испытание. Так, собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы разблокируете во время своих приключений. Ну, это пока заблокировано. Окей, страница руководства. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от внешнего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды — внешний вид, снаряжение, очки с регалиями Хогвартс. Ага. Награды можно получить в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Ага. Вроде бы понял, но вроде бы как и не понял. Ладно, будем разбираться по ходу пьесы. Пойдемте дальше. Ловко придумано, да? Будьте внимательны, чтобы не упустить возможность узнать больше о замке и окрестностях. А, котика погладит. Но долго не задержитесь. Вам нужно что-то там. Котика можно погладить. Найс. А я не про каждую картину могу узнать, да? А как мне узнать, где можно юзать, где нельзя? Вот, 47 монеток. Давайте откроем. А, вот они теперь открылись. Коллекции всякие тут. Дальше снаряжение. Вот это коллекции, допустим. Конец руководства. А, собрать страницу руководства. Мне надо страницы эти найти. А все остальное заблокировано. Угу. Снаряжение. Ага. Летающие верховые животные. Прятки палочек. Но это потом, видимо, будет. В инвентаре у нас тоже вряд ли что-то. Лекции всякие. Испытания. Карта. О. Ну, такая. Типа чистый Skyrim, да? Карта только мультяшная у нас. Skyrim получше будет. Маленько. Карту мира не могу пока, да? Куда они? Ну, понятно. Хорошо. Хорошо. Ладно, погнали дальше. А, как раз вовремя. Так что это прекрасная возможность показать вам, как с помощью летучего пламени перемещаться чуть быстрее. В вашем руководстве есть карта Хогвартса. Откройте его и найдите центральный зал. Так, вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любой обнаруженной точки с летучим пламенем. Карту. Так, Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположен гостиная и большой зал. Выберите южное крыло, чтобы продолжить. А, ну вот это вот флаги, да, туда. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Зеленый цвет — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостиную вашего факультета. Точки летучим пламенем синего цвета показывают местоположение еще не обнаружены. Четырная штука. Окей. В правой части находятся точки интереса, связанные с учебой, включая астрономическую башню, библиотеку и теплицы. Выберите пристройку в библиотеке, чтобы продолжить. Так, профессор Уизли разблокировал для вас точку с летучим пламенем в центральном зале. Смените карту с помощью АД и отправляйтесь в точку с летучим пламенем в центральном зале. Пусть запробьет.
Типа с помощью АД ты можешь ее покрутить, но можно тупо колесиками ее покрутить. Окей. Хорошо. Тревелью подсветит врагов. And here we are. Quite the time saver. Мы на месте. Как видите, это очень экономит время. Эта лестница ведет прямо в центральный зал. You can get almost anywhere in the castle. А из центрального зала можно быстро попасть почти в любое место в Хогвартсе. Always something happening here. Да, там дракон живой. Здесь всегда людно, это центр нашего замка, как вокзал Кинг-Кросс. А это не наша книжка случайно? Книжка, или это просто бумажка парит? А? Это не наша страничка, которую нам нужно найти. Ладно. That should be all for now. На этом пока все. Сегодня у нас заклинание и защита от темных искусств. And I'd like to be sure а после, you get как to можно скорее, отправляйтесь в Хогсмид, чтобы восполнить все, что потеряли в пути. Расскажите об уроках заклинаний. What will I learn in charms class? Exactly what you might Именно expect. Этому заклинанием, чарам, проклятием жутко полезный предмет. Профессор Ронан вам обязательно понравится, он очень умный и находчивый волшебник. К тому же талантливый преподаватель. Что такое... Can you tell me more Можете рассказать больше об уроках защиты от темных искусств? На уроках защиты от темных искусств, как следует из названия, вы будете учиться защищать себя от сил зла, притаившихся во внешнем мире. Те, кто хочет стать мракоборцем, должны освоить защиту от темных искусств. Нашим ученикам повезло, что у них столь одаренная преподавательница, как профессор Геккат. You mentioned Hogsmeade, профессор, вы говорили о каком-то Хогсмиде. Хогсмиде живут только волшебники, и это единственная подобная деревня во всей Британии. А еще там множество... Да-да-да. В Хогсмиде вы найдете все, что нужно для учебы. И можете пропустить по кружечке сливочного пива с друзьями. Thank you, Professor Weasley. Спасибо, профессор Уизли. Впереди напряженный день, и вам столько всего предстоит выучить. К счастью, наши преподаватели согласились помочь вам с дополнительными задачами после уроков. Так что вы быстро догоните своих одноклассников. Если вы так искусно использовали ревелию, значит, базовые заклинания профессор Фиг вам показал. Профессор Фиг. Он весьма расплывчато описал события перед вашим приездом, особенно случившиеся после того ужасного нападения дракона. Подозреваю, что вы там не просто искали вещи, и Хогвартса ковыльными путями добирались. Да и... Это ж Уизли! Так и есть. На пути сюда мы сделали небольшой крюк, в итоге оказались в каких-то руинах и... Хотя тут мне стоит промолчать. В каких руинах? Впрочем, ладно. У профессора Фига должно быть есть причина держать подробности в тайне. О, легок на помине. Профессор Фиг, вам не икается? Да? Да, вы, похоже, хорошо подготовили нашего новичка по основам заклинаний. Но едва ли это лишь моя заслуга, профессор. Похоже, мы имеем дело с редкими магическими способностями. Что ж, я очень рада, что вы оба целы и невредимы. Нас в Хогвартсе отличные лодки и кареты, но вы почему-то предпочли полететь навстречу дракону. Я бы не сказал, что сам выбрал такой путь с драконом. Скорее, это он нас выбрал, профессор. Ну ладно, поболтали, хватит. У меня урок, так что мне пора. Профессор Фиг, у меня к вам просьба. Объясните, как пользоваться картой руководства. Ну, разумеется. Спасибо. Good luck today. Удачи! And remember to Не забывайте use про руководство, оно вам очень поможет. Will be invaluable to you. And invaluable а я буду следить за вашими успехами. As I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, professor. Хорошо, профессор. Come and find me in my classroom after Зайдите ко мне сегодня после уроков, и я расскажу вам больше о дополнительных задачах. More about those assignments I mentioned.
Кроме того, нужно договориться насчет посещения Хогсмита, чтобы вы могли купить все необходимое. Так. Профессор Фиг. It's good to see you, professor. Рад вас видеть, and профессор. Взаимно. Я так и надеялся, что наши пути сегодня пересекутся до того, как вы углубитесь в занятия. Кажется, вы обсуждали с профессором Уизли осмотр руин. Exploring ruins. Не волнуйтесь, сэр. Yes, sir. But I didn't Но об остальных подробностях нашего путешествия мне показалось разумным промолчать. По-моему, она заподозрила, что мы от нее что-то скрыли. Ну да, профессор Уизли очень умная и проницательная ведьма. Лучше пока никому не рассказывать о нашем деле. Ведь мы понятия не имеем, куда она заведет этот путь. Возможно, вам потребуется более гибкое расписание, которое она бы не одобрила. And she may feel Кроме того, она может посчитать, нужно поделиться с директором сведениями, которые нам лучше держать при себе. Understood, professor. Я понимаю, Good. Профессор. Now, Хорошо. Итак, как природа щедро дарила вас, способности все равно нужно развивать. У вас обучают исключительно квалифицированные ведьмы и волшебники. Да, по поводу учителей. Не хотелось бы получить очередной почти что выговор от профессора Уизли. Поэтому давайте покажу вам одни хитрые чары из старого руководства. Разверните ее и взгляните. Угу. Так, это значок символизирует основные задания. Так, вы принесете основную стоимость, какие новые возможности, заработаете опыт. Угу. Было жирным выделено, проходите испытания, это единственный способ получить XP. Или XP это не есть опыт. Странно. Ладно. Так, некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или вашему уровню. Новое заклинание можно изучить, выполнять задачи профессоров или в качестве наград за задание. Начните отслеживать здание с помощью правой кнопки мыши, чтобы продолжить. Ко мне и туда, и туда, ведь все равно надо. Да, с чего начнем? Давайте по заклинаниям. Акцию будем изучать. Карта зачарована так, чтобы помочь вам найти путь. С ней будет намного легче. Спасибо. Сегодня у вас, похоже, будет насыщенный день. Сначала занятия, потом визит в Хогсмит. Не забудьте купить волшебную палочку. Мистер Оливандер обязательно вам понравится. Он настоящий мастер своего дела. Хороший человек. Я сообщу вам, когда узнаю что-нибудь еще о нашем загадочном медальоне. А пока сосредоточьтесь на учебе и не отлынивайте. Заклинания, освоенных вами в этих стенах, могут зависеть не только ваши оценки носов. Окей. Ага. Понял. Ревелио. Переминается статуя. Ты оживаешь?
лаборатория какой-то. А там это что, астрономическая лаборатория, наверное, какая-нибудь. Доступны побочные задания. Ладно, пойдемте на занятия. Погладить киску. Мне кажется, тут с кем-то можно пообщаться. Ну, в смысле, это. Ревелио. Первокол какой-то. Или это отсюда орёт? О, это что за... Нет? Может... А, вот. How nice to see you, my young friend. Точка с летучим пламенем наружу. Это перестало тоже синим светиться. Что там за дровокола? Или это, ну, мне просто интересно. Другая уже кошка же, да? Тут много кошаков. Я люблю кошек. Ревелио. Не, мне кажется, перед каждым тут махать бесполезно. Они как-то выделены, наверное, должны быть. Которые нам дадут вот эти всякие штуки. Они, ну, они. Не наверх? Профессор Ронан tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Ладно, давай начать задание. Эй, вернись, тут есть свободное место. Спасибо. Hello, I am Nati. Привет, я Нати. Так ты есть новичок? А с профессором Ронаном уже знаком? Ну что, начнем? Добро пожаловать на урок заклинаний для пятого курса. Должен предупредить, этот год крайне важен для тех, кто хочет в полной мере овладеть искусством заклинаний. Но я уверен, что мы с вами возьмемся за занятие с должным рвением и усердием. Итак, будьте добры, откройте учебники на странице 517. Однако сперва, кто мне скажет, чем отличаются магические формулы для заклинания роста и заклинания смены цвета? Ну, хоть кто-нибудь? Не-не-не-не, увы, сейчас уже поздновато повторять материал. Да, каникулы сделали свое черное дело. Такое впечатление, что вы все лето отрабатывали друг на друге заклинание забвения. Ну, вы хотя бы помните, как творить простейшие манящие чары? Похоже, нам срочно требуется освежить память. Класс, разбейтесь на пары и встаньте друг напротив друга у противоположных стен.
Now let's put those textbooks to use. Раз для вас учебники это всего лишь тупые предметы, давайте используйте ими соответственно. Вы будете по очереди использовать манящие чары и забирать учебники друг у друга. Одного учебника на пару вполне хватит, мисс Дейл. Благодарю вас. Займите свое место. Акцию. Так, зафиксируйте с помощью мыши. А, она оттуда начинается? Я понял. Я что-то думал, что оно слева начинается, а оно справа началось. Акцию! Неплохо. А вы быстро схватываете, у вас неплохие задатки. Но помните, толку от задатков мало, если не будете тренироваться. Продолжайте в том же духе. И когда-нибудь вы зайдете даже мисс Анай. Молодцы, очень хорошо, на сегодня хватит. О, классная пара. Что ж, с азами мы вроде разобрались, а погода сегодня чудесная. Почему бы нам не прогуляться немного? Проветриться, так сказать. Прошу всех за мной. Все, классная лекция, мне нравится. 2 минуты. Я всегда считал, что если из учебы сделать игру, она пойдет куда быстрее. Думаю, игроки в Квиддич со мной согласятся. Что может лучше продемонстрировать, насколько вы освоили манящие чары, чем небольшая игра? Верно? Давайте, пожалуй, начнем с нашего нового ученика. Так, манящий, вы просто примените акцию к одной из сфер, а затем в последний момент отмените заклинание. Думайте об этом как о пыли камнях, если так проще. Только вместо того, чтобы бросить их, вы притягиваете их к себе. Суть в том, чтобы притянуть сферу как можно ближе, но не чуть-чуть, иначе она упадет. Ладно, довольно теории, переходим к практике. Лучший учитель — это опыт. Ну давай. Splendid! Not to worry. Excellent control there. Угу. That's it. Yeah, boy. Вроде неплохо. Pretty good. Очень хорошо. Призовые очки Гриффиндору. Ну, конечно же, без дружеского состязания будет далеко не так интересно. Мисс Анай, может, вы попробуете выступить против нашего новичка? Come on up. Поднимайтесь. You'll be the blues, just as before. Вам синий, как и раньше, мисс Анай сыграет красными. Все ясно? Clear? Yes, sir. Here we go. О, 50. There we go. Ну, я нажимаю. Very good. Нет, Арина, не скоро. Он опять 50 выйдет. Ничего себе. Перелетит. Не-не-не-не-не-не, стой. Мне надо это
50 рублей. Я опять пережал. Не, все нормально. 100. Brilliant. Но у него 130. Угу. Ну ладно. Let us make this a bit more interesting, shall we? Что ты сказал? После приятного аппетита. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Довольно болтать, сконцентрируйтесь, это вам сейчас понадобится. This round settles it. Этот раунд решающий. Here we go. There we go. Блин, я забыл отжать. Don't lose your composure. А я могу переиграть? С какого момента? Не? Ну и ладно, короче, пофиг. What's this? Но она очень круто играет. Yes! Блин, я... ладно. Да зачем ты сразу нажал снова? И у нас один шарик прямо мешаться будет. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Все свободны, не забывайте свои вещи. Well done back there. А ты молодец, так спокойно относишься к вооружению. Не хотелось играть с тобой по давке. Мне потребовалось пару-тройку недель, чтобы освоить акцию. После переезда сюда мне потребовалось несколько недель, чтобы привыкнуть. Скоро тебе станет легче, поверь. Хорошо, что ты меня понимаешь. Приятно это слышать, да столько всего сразу наваливается. Это еще мягко сказано. Я прекрасно помню, каково мне было в первые дни. Я перевелась сюда из Уагуду, перед четвертым курсом. Моя маме предложила здесь должность преподавателя прорицания. И прежде чем я успела опомниться, мы покинули Уагуду и перебрались через полмира в новую школу и новую страну. Уагуду большая? Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Школа магии Уагуду – крупнейшая школа волшебства в мире, так что да, больше, чем Хогвартс. Но там я никогда не чувствовал себя неловко или подавленно. Там всегда было как дома. А Уагуду – это тоже замок, как и Хогвартс. Адрес школы Лунные горы – это не совсем замок. Скорее, красивое сооружение, высеченное в скале. Помню, как впервые увидела его. Был такой густой туман. После него почти ничего нельзя было различить. А потом оно просто возникло передо мной. Это огромное здание школы, казалось, парило в воздухе. Может быть, это странный вопрос, но магия здесь и там одинаковая? По большей части, да. Правда, мне пришлось научиться пользоваться палочкой, когда я приехал сюда. В Уагуду практически никто ими не пользуется. Наверное, магия получается слабее. Spells cast without a wand must be less powerful than those cast with a wand. No, вовсе нет. No, волшебники без палочки владеют той же мощной магией. Without a wand is just as powerful. I find one. У меня творить магию без палочки уходит как-то более инстинктивно. Не говоря уже о том, что это полезный навык, если вдруг ее не будет под рукой.
Но должна признать, что мне все больше нравится пользоваться палочкой. Выглядит намного эффектней. Также здорово узнать больше про другую школу. Спасибо, что спросил. Я очень скучаю по году. Но мне нравится здесь, в Хогвартсе. О, кажется, профессор Ронан хочет с тобой поговорить. Не стоит заставлять его ждать. До встречи. You can heal if you would, if you're so inclined. You wanted to Профессор, speak with me, со мной поговорить? I did. Хотел. I trust your first Надеюсь, первый урок заклинания продал ваши ожидания? Well, an outdoor competition wasn't exactly что мы сразу пришлось соревноваться. What's charm is there in Предсказуемость лишения от очарования. Мисс Унай очень одаренная ведьма. Не расстраивайтесь. Из проигранных битв можно извлечь важные уроки. Of course, professor. Конечно, профессор. It was a challenging Это было непростое соревнование. Мисс Унай жесткий и неуступчивый соперник. Хотя мне кажется, в последнее время она какая-то рассеянная. Now, профессор Уизли обратилась к вашим преподавателям с просьбой давать вам дополнительные уроки, выходящие за пределы обычной программы. Скоро я расскажу вам о специальной задаче, которую готовлю для вас. Легендарные перчатки прям сходу, да? А почему нет? Прикольно. Очки. Тоже пока не буду. Был бы какой-нибудь баф, ладно. Парфюм тоже нет. Brother learned the summoning charm. It was constant Accio this, Accio that, cutlery flying everywhere. Quite Accio. Honest, really. Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. I've been fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan.
Revelio. Revelio. Off on another adventure, are we? Did you get your bit of root from Pippin's? Revelio. I'd like to open a shop in Hogsmeade. Stupid!
we've got. Levioso! Professor Hecate! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Levioso. Now, let's try something a little larger. Let us begin with a basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Levioso! Now, well done. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelist, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Levioso, this can't be your first duel. Let's just say I'm a... If only all of my students were this adept. I do. Levioso. Anticipate your opponent's next move. Not bad for a beginner. You give as good as you get. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecate. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindelows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. Nice work. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel.
In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club, or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Lucan Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Revelio. Revelio. I went to the late one.
Revelio. Intro blowing. Thought as much. Leviosa. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Revelio. Revelio. Leviosa. Revelio. 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 I've always said that travel broadens the mind. Do you think I'm... Ugh. What am I missing? Leviosa. Accio. When I found my room. This cannot possibly be.
really have made a mess of dear, I shall get in trouble for this.